Здравствуйте, подписчики, с вами Рома, и сегодня, короче, у нас будет такой влог, и сегодня, короче, мы пойдем тренить, так как у нас очень привлекательная сегодня погодка, если видно, так что, в общем, все тогда, с вами, типа, Нимбл, и теперь мы, короче... Ну, короче, все, мы уже собираемся. Ну, я собираюсь, там Паша пойдет. Короче, все, погнали. A few moments later. One eternity later. 3 days later. AM. Короче, ребята, я уже на месте. Вот такое местечко. Но Паши тут нету, поэтому я иду сейчас к нему навстречу. И вот. И встретимся, наверное, уже там. А, еще забыл рассказать. Что я забыл рассказать? Нихуя! Это то, что странно, когда ты идешь по улице с телефоном в руках. И... На тебя, типа, люди смотрят, думают, что ты какой-то блогер. Короче, что-то такое. В общем, да. О, посмотрите, какое солнышко. Йоу. Короче, Паша мне уже позвонил. Он уже идет через лес, через вот этот. Вот, поэтому сейчас идем к нему навстречу. Ебой, и я включу камеру. Вот, короче, ребята, этот засранец маленький идет. И сейчас будет очень классная встреча. Он уже вот сюда подходит, разговаривает по телефону, поэтому... Сейчас будем смотреть на вообще, на его эту вещь. Вот это Паша. Он вообще ничего не знает, походу. Короче, вот он. В общем, ну, а где? Сейчас мы уже там... подписчики... Ай, бля, мушки! Определимся, хорошо? А сейчас, короче, подписчики, мы идем тренить. Так что... готовьтесь, там налейте чайку и увидите за трен, короче. Вот. Вообще, ребята, мы уже на месте. Вот, сейчас будем, короче, потиху разминаться. Вот, поэтому погнали. Короче, мы уже размялись. Вот, и сейчас будем для вас снимать разные кадры. Паш, давай задку. Йоу, все, ждите.
Что-то, ребята, мы забыли концовочку для вас заснять. Так что засниму я ее без Паши. В общем, спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, там ставьте лайки. Пишите комментарии, как вам такой формат вообще, понравился или нет. Вот. В описании будет ссылка на Инстаграм. Подписывайтесь тоже. В общем, все. Всем спасибо. Всем тогда пока.